Уже сугробики такие большие. Уже скоро будет нам, можно будет на них падать и валяться в них. Елочки. Елочки — это вообще отдельная красота. И приятно пахнущая, кстати. Которая, по-моему, мне кажется, всегда красива. Капает с них, тоже капает. Снег капает с них. Ну, капельки-то. Сколько много капель, видели? Две просто висят, и сколько еще падает. Ветки у нее все мокрые, черные такие. С нее явно прям капает. Капает, капает прям. Оба. Упала. Видели? Солнышко. Ай, солнышко какое. Честно говоря, не думала, что так быстро упадет капля. Я думала, она будет медленно спускаться. Она так быстро упала. Солнышко. Резные. Садика. Ты куда садишься? А это что-то? Что это было-то? Попробуем с околепом. Кого? С околепом. Чего? С околепом. С околепа? С околепом. Ну попробуй. А, снеголеп. Достань, пожалуйста, папа, снеголеп там. А что это такое? Ну, откроешь и видишь, он единственный там в сумке. А я не поняла, там сигареты, что ли? А, вот тебе. Снеголеп он называется. А я ее цапалкой назвала. Закрой мне там. Снеголепка. Это он все время назвал. Не знаю. Вон там, он снег, вон там, Дима. Вон там. Вон там, смотри, вон снег лежит. Под горкой, может быть, снеголеп. Под горкой его, наверное, помягче. А, вот, вот, Дим. Ну или вон там давай. Нет? Нет. Нет? Тут может быть. А вот тут помягче, Дим. Вот тут, вот, вот, вот. Тут. Во. Прижимай ее. Оп. Шарик, да? Шарик. Открывай. Опа. А что, нету? Ты мне в руку давай тогда, я не... Дай-ка мне, дай-ка попробую. Давай попробуй. Давай. Смотри, как надо. Оп. Раз. Сильно придавливай. Вот. Сейчас придавишь. Он открывается. Оп. О, шарик.
Подожди. О, развалился на два шарика. А ты что, прилепил плохо, что ли? А я еще сейчас попробую. Я не пойму, в чем проблема у него. 200 рублей вообще-то стоило. Там на снеге побольше надо. Открываем. Ну, у тебя оно не вываливается? Держи. О, какой красивый, смотри. Какой он беленький, Дима. Красивый шарик. Беленький какой, а что ты его кладешь-то? Вот тут засунуть. На, теперь ты так же сделай. Оба. О, какой, смотри. И прям беленький такой, это ровненький, смотри. Ты еще не знаешь, что с ними делать, наверное. На, папа, держи. Еще не знаешь, что с ними делать. Ай! Открывай, не урони. Опа! Шарик. Оп. Эх, Дима, Дима, уронил. Как так? Как так? На, вот это. Сейчас его не уронит. Ай! А что-то они так разваливаются быстро. Ага. Осколки, да? Да. Осколки одни остались. Что ты там залез куда? И куда там залез? Ай? Что там? Ну, на, папа. Папа будет играть теперь. Давай. Держи, папа. И куда ты полез? Сейчас ты оттуда свалишься, да? Не свалишься оттуда? М? Ребенок. Ты какой счастливый. Щечки красные. У кого такие щечки красные? У Димы? Аккуратно там ступай. Аккуратно ступай там. Скользко, наверное, да? Дим. Тут такая горка не очень. Оттуда ваш подниматься, нужно переходить, чтобы там скатиться. Не упади. А их еще можно раскрашивать акварелью. Спускаться. Ай? Спускаться. Спускаться будешь? Не хочешь катиться, он не катается в горке, нет? Катается. Иди в горке прокатись. Стукнешься там? Облили там. А, облили там горку? Я не знаю. Ну или там спускайся. Или через горку. Папа тебя сейчас поймает? Нормально там? На, держи, держи. Тогда поймаешь его, а то он улетит. Давай. Ты на попу садишься? Садись. Оба. Попался. Попался? Плохо скатился? Это плохо я скатился. А почему ты плохо скатился? Это плохо скатилось и все. Тебе не понравилось? М? Дима. Дима. На. Тяжелый слишком. Так ноги натренируешь, что ты? Да там низко. Ну и чё? Чё ж теперь? Садись давай. Я тебя запишу, как ты катаешься. Через 50 лет будешь смотреть. Вернее, через 30 лет. Пойдемте погуляем куда-нибудь.